Добрый день, уважаемые слушатели и те, кто сегодня собрался нас смотреть. Мы рады вас приветствовать на пленаре по обсуждению вопроса цифровизации для педагогов, векторы развития, все, что сейчас происходит с педагогом, какие новые интересные разработки есть в области цифровизации. Вообще цифровизация, она полезна или без нее можно обойтись педагогу? И зачем цифровизация педагогу? Вот сегодня мы постараемся обсудить этот вопрос с коллегами. Со мной сегодня Авдеева Светлана, заместитель директора Центра психометрики и измерений образования Высшей школы экономики, Йофи Всеволод, руководитель продукта высшее образование Skillbox, Захарова Ольга, продуктовый методолог направления высшее образование нетологии, Хамардюк Анна, руководитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства корпоративного университета московского, и Лесин Сергей Михайлович, доцент кафедры педагогических технологий непрерывного образования МГПУ. Коллеги, рады вас приветствовать. Наш формат будет проходить следующим образом. Я прошу коллег сделать сообщение на тему интересных векторов по цифровизации, которые касаются педагогов и их развития. И, собственно говоря, вы можете присылать нам в чат после этих сообщений или в процессе вопросы. Мы будем стараться отвечать. Если на какие-то вопросы мы не ответили, мы обязательно ответим по итогу нашего пленара. Присоединяйтесь к нам, будем очень рады прояснить и ответить на те вопросы, которые вас заинтересовали. Я надеюсь, что вы сегодня увидите новые интересные подходы, и вам будет с чем уйти с нашего пленара. Коллеги, я бы попросила представить Йофи Всеволода, значит, ваши разработки, и для нас очень интересно, вот как кооперируют или конкурируют вдруг, значит, высшее образование и EdTech-компании. Что у вас интересного, как вы идете на сближение? Я надеюсь, что вот вы нам расскажете, и мы еще и задаем вам вопросы. Спасибо. Спасибо большое за вводное интро. Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте, наши слушатели, которые сейчас в эфире или будут слушать записи. Я, наверное, нетрадиционно сразу скажу то, что называется спойлер, не конкурирует. Это взаимовыгодное сотрудничество. В чем же оно заключается? Во-первых, давайте я скажу, почему, собственно, компания Skillbox представлена в сегодняшней повестке, в сегодняшней конференции. Мы, как лидеры EdTech-рынка, активно развиваем широкую линейку проектов с вузами-партнерами, начиная от совместных программ ДПО, заканчивая программами высшего образования, также бизнес-образования. Вот буквально недавно, в этом году, мы запустили еще и совместную программу по СПО с колледжем-партнером, тоже про это чуть попозже скажу. В общем, у нас широкая линейка и, на самом деле, большой накопившийся опыт партнерства с вузами. Собственно, про это сейчас вот буквально в нескольких минутах я и расскажу. Во-первых, смотрите, первый слайд так называется «EdTech versus» и зачеркнутое академическое образование. Намеренно так сделали, потому что есть следующий тезис. В контексте академического образования есть три большие, не всегда пересекающиеся друг с другом множества. Первое – это множество академическое знание. Второе – это множество практика академического знания. И третье множество – это бизнес-навыки. И все три этих множества значимы, самодостаточны и не исключаемы, когда мы говорим про академическое образование. И если вузы традиционно сильны в первых двух, и самое главное – в создании мостика между первыми двумя множествами, то EdTech приходит в ситуации, когда не хватает чего-либо, опыта, компетенций, образа мышления с точки зрения создания мостика с множеством бизнес-навыки. А мостик между этими тремя множествами должен быть, чтобы образовался треугольник, как устойчивая конструкция. Поэтому здесь коммерческий EdTech, как компании, знающие, что нужно бизнесу с точки зрения компетенций, умеющие эти компетенции доращивать, приходит партнерство с вузами. Это первый базовый тезис, почему не versus, почему все-таки and, почему и.
почему партнерство. Второй тезис связан, ну, собственно, с теми реалиями, в которых мы с вами живем. Я не побоюсь быть банальным и повториться про ВУКа-мир, про изменчивую среду и так далее. И это очень актуально, когда мы говорим про академический мир. Очень сильно меняется, во-первых, как рыночный контекст, так и институциональная среда, в которой вынуждены работать вузы, и, ну, не всегда пространство вузов быстро приспосабливается к этой среде. И здесь, как знаете, в семейных парах очень часто бывает, что один человек ответственен за вектор стабильности и стабилизации, а другой человек, другой партнер ответственен за вектор развития. И вот здесь, в нашей картине мира, как бы эдтех коммерческие компании приходят как второй партнер и создают партнерство, где один знает про многое, про стабильность, про вектор стабилизации, про то, как создать сильную, грамотную академическую почву, на которой можно потом растить любые навыки. А второй знает про то, как адаптировать это к реалиям рынка. Собственно, поэтому Skillbox позиционирует себя как партнер в контексте того, чтобы приспособиться и адаптироваться к, правда, очень быстро меняющейся среде, которая создает огромный вызов. Собственно, этот слайд резюмирует все, что я сказал до этого. Мы одновременно и про получение одновременно фундаментальных и прикладных знаний, при этом есть выигрышное сочетание принципов классического образования, новых технологий обучения и гибкий формат и подход к проектированию программ в целом. Это такие общие рассуждения, коллеги. Позвольте мне теперь несколько слов буквально сказать про нас, про нашу конкретику и проекты, которые Skillbox уже реализовывает в контексте совместных программ высшего образования. Что у нас есть? Буквально тезис. У нас есть 3 бакалавриата. Мы их делаем совместно с нашим партнером RedHix. У нас есть 4 магистратуры. Мы их делаем с разными вузами-партнерами. И вот как раз я сказал, мы буквально в этом августе запустили совместную программу по СПО с Московским городским открытым колледжем. Вот, расширяя таким образом продуктовую линейку, экспериментируя и совместно с партнерами исследуя рынок. Немножко цифр. Скажу, да, у нас сейчас учатся всего 655 студентов в наших программах. При этом 2500 студентов соприкасаются с нашим контентом в контексте встраивания тех учебных курсов, которые есть в номенклатуре Skillbox, в учебные планы. И такой формат тоже возможен. В этом году мы запустили 11 потоков обучения, в 2003 году и вот 11 наборов студентов сейчас учатся. И тоже подсвечу, что традиционно студенты очень хвалят образовательный опыт, который создается на нашей платформе. 9 из 10 – это такой индекс CSI, мы это называем, пользовательского удовлетворения. Может. Мы про рынок, мы про опыт пользователей, поэтому мы сильно за этим следим и гордимся, в общем, этими цифрами. Буквально тоже несколько слов скажу про то, как вообще устроен такой формат, как совместная программа высшего образования с Skillbox, ну или другой тех, здесь мы не сильно отличаемся от наших коллег по рынку, и ВУЗ. Есть, ну, как бы несколько вещей, почему коммерческий тех супер уместен в таких партнерствах. Первое – это понятная задача на поиск и набор студентов. Это маркетинг. Мы как коммерческая компания сильны в маркетинге. Мы знаем, где и как достучаться до пользователей и привести их на программу. Вот. И это понятная функция, функция и задача, с которой приходят с запросом на сотрудничество наши партнеры. Вторая функция – это качество образовательного опыта студентов. Это про, во-первых, про гибкость и возможность гибко выстраивать свой рабочий график, когда либо часть учебного курса, либо весь учебный курс, например, асинхронно онлайн проходит. Это же, ну, совершенно новый образовательный опыт с точки зрения гибкости, того, как может быть. Вот. Второе – это, конечно, качество обучения на образовательной платформе. И здесь уже в прошлый век отходит вот эта, знаете, классическая картинка, когда есть большой шкаф, заставленный лекционными тетрадками, учебниками и так далее. И приходит цифровая IT-платформа, адаптированная под нужды пользователей из современного продуктового подхода. Вот. И третье – это все, что связано с внутренней кухней программы. Это разгрузка ППС, это экономия на костах и так далее. Вот 3 больших аспекта, в которых мы взаимодействуем. Собственно, в этом контексте тех, еще раз, дает
качественный маркетинг, дает качественный образовательный опыт студентов и дает качественную поддержку студентам с точки зрения кураторства, управления оттоком и так далее. Вот. И буквально в качестве завершения одну минуту про другие форматы, в которых мы взаимодействуем с коллегами, с вузами-партнерами, я имею в виду. Первое – это встраивание контента в учебный план вузов-партнеров, про это я уже сказал. Это не совместная программа, это такой более сжатый формат взаимодействия, но, тем не менее, здесь тоже есть большая линейка проектов, которые мы реализуем. И у нас есть большая инфраструктура для записи видеокурсов, чтобы это было интересно, вкусно, вовлекающе и так далее. Здесь тоже у нас есть такая линейка услуг. И есть третий проект, про который и наши коллеги и зрители наверняка слышали. Мы недавно выпустили в публичное пространство замену ушедшей с рынка Курсеры, платформу Академика. И здесь мы тоже предлагаем нашим партнерам возможность разместить их учебные проекты и учебные курсы. Вот, есть отзывы наших студентов. Я думаю, мы их уже не будем включать, коллеги, потому что времени остается. Вот, спасибо вам большое за возможность. Спасибо большое, Всеволод. Мы ждем вопросы. А пока мы ждем вопросы, подскажите, пожалуйста, вот сам элемент кооперации совместно с вузами, партнерства с вузами, что он вам дает? Первое, я скажу понятные вещи, которые лежат на поверхности. Он дает возможность выдавать дипломы. Это понятная потребность, когда мы говорим про программу высшего образования. Во-вторых, он, ну, то, что на поверхности. Второе, то, что, в общем, важнее с точки зрения взаимодействия, мы создаем совместный учебный план. И вот здесь вот сокрыта вся соль этого продукта. Как бы совместный учебный план – это такой ребенок совместный, в который вкладывается и Skillbox своими практикоориентированными курсами, практикоориентированным контентом и преподавателями, которые пришли с рынка. Ну, то есть в Skillbox, как в коммерческом аптеке, преподают практики, которые вот днем работают, а вечером условно ведут вебинар про то, что они делали днем. И это очень важно. А со стороны, соответственно, вуза-партнера учебный план формируется, во-первых, ядерными дисциплинами, в которых, безусловно, наши партнеры сильнее, во-вторых, тем академическим знанием и тем множеством, про которые я говорил в начале. И совместный учебный план – это вот удивительный симбиоз, который позволяет создать мостик между всеми тремя множествами академического знания, практики академического знания и бизнес-навыки. И получается вот действительно полноценный продукт, который, ну, карьеру и личное, и профессиональное развитие студентов полноценно, комплексно развивать. То есть это соединение лучших практик и лучших ресурсов, такое объединение, верно? Именно так. И так себя это показывает, несмотря на то, что, ну, как бы такому формату еще мало лет на самом деле. Это такой бизнес-формат, такой продукт, ему 4 года по сути. Но сейчас уже, несмотря на молодость, он показывает, что это действительно, ну, как бы классный опыт. И, ну, здесь мы действительно меняем контур образования, создаем будущее, не побоюсь таких пафосных утверждений. Спасибо большое, ждем вопросы. Возможно, по итогу к нам придут вопросы, задерживаются в пути, видимо. Ольга, подскажите, пожалуйста, у вас тоже достаточно большой интересный опыт с точки зрения создания онлайн-программ, совместных онлайн-программ. И вот расскажите нам, пожалуйста, об этом опыте, и в чем там в нем акцент, и какая там роль вообще педагога. Да, спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я продолжу тему про сотрудничество вуза этой компании, потому что я представляю нетологию направления высшего образования. Мы тоже занимаемся совместными онлайн-программами высшего образования, делаем их в партнерстве с нашими уважаемыми партнерами, с нашими уважаемыми университетами. Но свое выступление я хотела бы сместить, наверное, вектор как раз поговорить про цифровизацию для педагога, для преподавателя, такой, как видим ее мы. Еще раз повторюсь, мы создаем онлайн-программы высшего образования. Что это значит совместно с партнерством с нашими университетами? Это про то, что часть дисциплин разрабатывает вуз, а часть дисциплин – это практико-ориентированные, большей части дисциплины разрабатываем мы с привлечением ведущих экспертов отрасли. И на этом моменте нам очень важно
показать студенту то, и даже нам важно то, чтобы студент воспринимал нашу программу, онлайн-программу, как единое целое, несмотря на то, что ее делают два партнера с разными, достаточно разными подходами и к проектированию программы, и к организации учебного процесса. И мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы сблизить процессы вуза, эти процессы к проектированию программы, к организации учебного процесса, сблизить с теми процессами, которые есть у нас, которые мы уже знаем, которые мы выверили многолетним опытом работы нетологии в реализации программ онлайн-обучения. И вот этот вот, прежде чем говорить, наверное, о роли преподавателя, о роли педагога в онлайн-программах, какие компетенции нужны преподавателям, работающих в онлайн-программе, я хотела бы акцентировать внимание на том, что такое онлайн-программа для нас. Онлайн-программа для нас — это больше не про передачу знаний, а про конструирование некого опыта, практики, ценности для студента, про достижение наших студентов до тех целей, с которыми они пришли к нам на программу, личных целей, про достижение тех образовательных целей, которые мы запроектировали в наших программах. То есть онлайн-программа — это вот про это, про формирование практики и опыта у наших студентов и довести их до нужных целей. И на это мы как раз ориентируем внимание. И для этого нам очень важно, чтобы педагоги, преподаватели вовлекались практически на каждом этапе проектирования программы, то есть на практически на всем жизненном цикле существования онлайн-программы мы задействуем преподавателей со стороны вуза и экспертов, которые выступают с нашей стороны в роли преподавателей, работающих по дисциплинам нетологии. Итак, какие компетенции для нас важны, да, с точки зрения для преподавателей, которые ценны также и для них при создании онлайн-программы? Во-первых, когда мы проектируем программу, что мы здесь делаем? Для нас большой акцент, во-первых, мы делаем на анализ целевой аудитории, кто придет на программу, с какими болями, с какими потребностями, с какими целями они придут на нашу программу. Проводится очень детальный анализ целевой аудитории. Это очень важно для того, чтобы понимать, как эту целевую аудиторию, как наших студентов, пришедших на конкретную программу, вести до тех целей, с которыми они к нам пришли, и до тех образовательных целей, которые построили для них, мы заложили в программе. С другой стороны, нам очень важно, мы проводим анализ рынка, глубокий анализ рынка для того, чтобы наши программы были максимально актуальны и отражали все потребности рынка в наших программах. Для этого мы разрабатываем подробный скиллсет, проектируем матрицу компетенций, которая верифицируется с различными игроками рынка, с нашими работодателями. И таким образом, что для нас важно на этом этапе от преподавателя, чтобы, во-первых, они познакомились со студентами, с целевой аудиторией, с вот этим подробным портретом целевой аудитории, которые придут на программу из другой стороны, познакомились, погрузились в матрицу компетенций, в скиллсет, который мы проектируем на этом этапе проектирования программы. Это очень важно для того, чтобы преподаватель понимал, с одной стороны, контекст, в котором он будет разрабатывать свою дисциплину, как его будет дисциплина встраиваться вот в эту матрицу все компетенции по всей программе, и с другой стороны, он будет понимать, какая целевая аудитория к ним пришла для того, чтобы выстраивать Student Journey Map для доведения наших студентов до нужных цели для развития конкретных компетенций у конкретных студентов. И вот дальше, когда мы уже переходим, преподаватель переходит на второй этап проектирования дисциплины, здесь ему уже проще, потому что, с одной стороны, он понимает свою целевую аудиторию, с другой стороны, ему предоставляется тот фрейм тех навыков, знаний, умений, которые нужно развить у конкретной целевой аудитории. В чем заключается здесь роль преподавателя? Здесь, на этом этапе, преподавателю очень важно подобрать грамотные, соответствующие, релевантные форматы теории, форматы практики. Формат практики бывают абсолютно разные. Да? Бывает практика, которую мы непосредственно реализуем в учебном процессе. Есть практика, которую мы реализуем с индустриальными партнерами, потому что мы делаем практико-ориентированные программы. И вот это понимание различных существующих форматов, умение правильно выбирать нужные форматы, интегрировать в учебный процесс, вот на этом этапе очень важно от преподавателя. Здесь я подсвечу такой момент, то, что у нас есть очень большая команда квалифицированных педагогических дизайнеров, которые, конечно, поддерживают преподавателя на всех этапах жизненного цикла программы, и этому, я думаю, стоит уделять большое внимание, потому что мы оказываем методическое сопровождение преподавателю при выборе этих форматов. У нас есть инструментарий типа тулбокса, который тоже идет в помощь преподавателю, но от преподавателя важно хотя бы базовое понимание принципов педагогического дизайна, чтобы понимать эти форматы, грамотно использовать их в учебном процессе.
Следующий этап, на который у нас переходит преподаватель после проектирования программы, проектирования дисциплины, это непосредственно разработка контента. Этому мы тоже уделяем очень большое внимание, и разработка контента, каждая единица контента ведется преподавателем, экспертом в сопровождении, тоже в методическом сопровождении наших педагогических дизайнеров. Здесь мы в помощь преподавателю также предлагаем всевозможные шаблоны, чек-листы, методические рекомендации и так далее. То есть все, что разработано по канонам, по законам педагогических дизайна. На этом этапе и мы помогаем, наши методисты, педагогические дизайнеры помогают извлечь из эксперта его экспертность, как бы это ни звучало, да, и облечь ее в некий методический формат, корректный, грамотный, который соответствует той целевой аудитории, которая к нам пришла. И вот на этом мы тоже поддерживаем преподавателя, но от преподавателя очень важно тоже понимание тех требований, которые мы закладываем в наши шаблоны, да, на основе, почему у нас такие требования к вебинару, чтобы преподаватель понимал, чем, например, формат воркшопа отличается от вебинара, чем вебинар отличается от видеолекции, по каким законам живет каждый из этих форматов, почему к презентации мы тоже предъявляем большие серьезные требования, потому что это связано с законами восприятия информации со слайда. То есть все, что мы делаем, что мы предлагаем нашему преподавателю, все это имеет такую научную основу. И очень важно, чтобы преподаватель это понимал и понимал эти требования, на основе которых мы просим разработать контент. Вот когда следующий этап уже настает, это учебный процесс, здесь, конечно, педагогический дизайнер, методисты не могут поддержать эксперта, нашего преподавателя, который выходит один на один с аудиторией. Здесь уже методист не сможет выступить за преподавателя, применить какие-то цифровые инструменты, пообщаться с студентом. Здесь уже вход идут на первый план, выходят навыки, компетенции преподавателя общаться с аудиторией онлайн. Это мастерское владение всевозможными форматами общения с аудиторией онлайн. Это реализация всевозможных групповых форматов, групповой работы, которых очень много, с использованием различных инструментов. И в этом мы тоже на предварительных этапах помогаем преподавателю. У нас есть даже школа эксперта, но тем не менее мастерское владение уже вот этим инструментарием, форматами, эффективной коммуникации с онлайн-аудиторией. Здесь, конечно, это выходит на первый план, и, наверное, вот в этом моменте требует очень больших скиллов, навыков от преподавателя. И, наверное, завершающий этап, о котором хотелось бы сказать, который тоже становится уже таким трендом в среде онлайн-обучения, это когда завершается учебный процесс или в течение учебного процесса. Мы, конечно же, накапливаем данные, работаем с аналитикой, это очень важный момент, да, поскольку мы работаем с онлайн-продуктом, с цифровым продуктом. И если данные собирает и не преподаватель, это собираем педагогические дизайнеры, координаторы, но умение работать преподавателей с данными, умение формировать гипотезы на основе этих данных, приоритизировать эти гипотезы, прорабатывать определенные проекты, да, согласно этим гипотезам. Вот это тоже тот скилл, который мы требуем от преподавателей, вовлекаем наших преподавателей в эту работу. Да, мы понимаем, что это уже основы продуктового подхода, но тем не менее он имеет место быть при работе с онлайн-продуктом. Вот, наверное, это основные этапы, которые я хотела перечислить и вот в контексте тех навыков, компетенций, которые мы ожидаем от наших преподавателей. Еще раз резюмируя все сказанное, хочется отметить, что, еще раз повторюсь, онлайн-программа больше это не про передачу знаний, а про конструирование, формирование ценностей для студента, про доведение этих студентов до результата. Поэтому, да, это требует переосмысления форматов, переосмысления той траектории, по которой привык работать преподаватель. Да, это сложно, поэтому мы в поддержку предоставляем квалифицированных педагогических дизайнеров, которые по психотипу экспертов и преподавателей понимают, как взаимодействовать с конкретным преподавателем. Но мы очень надеемся, что преподаватели будут как-то развиваться в сфере педагогического дизайна, потому что это такая большая ценность, я думаю, для всех, и для ITEC-компаний, и для университетов. Спасибо вам большое. Есть вопрос. Скажите, пожалуйста, вы перечислили достаточно серьезные, интересные компетенции. И такой вопрос педагогу, который не является педагогом онлайн, да, курсов, онлайн там, разработок, онлайн-программ, а выходит ежедневно в школу работать, ему эти компетенции
ну, как бы надо добавлять, нужны ли они ему, или что-то ему нужно там больше, что-то меньше. Ну, то есть вот различие в чем находится. Потому что я слышу, и, безусловно, там много инструментальной поддержки вы даете, и у вас роль педагога гораздо больше, там, наверное, инструментами должен владеть. И есть то, что нас разделяет, это экран, естественно. Вот, а как вы думаете, все ли, вот давайте так сформулирую этот вопрос, все ли педагоги, неважно, онлайн или не онлайн, должны владеть теми компетенциями, которые вы сейчас нам сказали? Я думаю, что те преподаватели, которые работают в онлайн, они должны владеть этими компетенциями, но я имею в виду именно сферу высшего образования, потому что я не очень разбираюсь в сфере школьного образования, не могу об этом говорить, да. Что касается преподавателей вуза, которые выходят работать онлайн, я думаю, да, эти компетенции необходимы. Ну, то есть это такой очень важный вопрос, как раз описание того профиля преподавателя высшей школы и того набора компетенций, которым должен владеть. Вот. Спасибо большое. Будем ждать еще коллеги да, вопросы. Спасибо большое. Сейчас я бы хотела передать слово Анне. У вас есть очень интересный опыт, и он такой прям сам свежий-свежий. Вот. И хотелось бы узнать о том, каким образом у нас сейчас в общем образовании меняется, каким образом цифровизация туда зашла, что она облегчила, значит, и, конечно, вот расскажите нам, что, какие изменения нам ожидать в ближайшее время относительно вот, переподготовки педагогов. Ольга, неожиданные вопросы, да, я сейчас должна как пифия включить, да, какую-то... Ну, представим себе, что если с 2017 года московские учителя все работают в цифровой среде, в московской электронной школе, то как бы, ну, наверное, в этом направлении будет двигаться. И, наверное, у нас будет CSI, и, наверное, у нас будут те инструменты, которые используют компания ETEC. У них свои мотивы, у нас свои мотивы. Ну, вот в то время, как Джун Хэти обеспокоен, как все-таки довести до учителей, что образование должно быть видимым, и что учитель должен видеть, за счет чего у него получается или не получается вклад в рост ученика, мы заботились тем, как нам сработать в этой части с самими педагогами. Ну, потому что не секрет, у нас повышение квалификации педагогов, как правило, не связано с их внутренним мотивом и с их внутренним запросом. Какое меню есть, то и берите. Ну, зачастую мы смотрим на анализ тех данных, которые нам предоставляет Федеральная информационная система ФИСФРДО по дополнительному образованию. Это часть курсов, которые обусловлены государственной политикой, сменой нормативной базы, изменениями, ну, про ВГОС, например, про безопасность, про новые курсы, про новые программы, как они регламентируют содержание образования. Ну, собственно, с тем запросом, который может возникнуть у педагога в части, например, использования современных инструментов, каким образом работать с целеполаганием, как персонализировать образовательные треки учащихся. Ну, этого у нас, к сожалению, нет. И надеемся, что влияние цифровизации дотянется и вот до этих дефицитных областей. Что мы решили предложить московским учителям? В то время как вся страна задумывается и тестирует дополнительные измерители в отношении педагогических компетенций. А вот так мы померяем, а вот так мы протестируем, а здесь мы определим, как у вас развита психолого-педагогическая, а здесь мы определим, как у вас развита коммуникативная компетенция, а здесь еще раз посмотрим, а вообще про методику вы знаете или только знаете про учебник, транслятором которого вы выступаете. И вот мы решили, что цифровые технологии, собственно, цифровые инструменты могут нам в этом помочь, поскольку данных 2017 года в той же московской электронной школе накопилось предостаточно. Ну и, собственно, есть определенные подходы, которые мы попытались протестировать на материале работы педагогов пятипилотных школ в Москве. Мы настаиваем на том, что диагностика вот этих всех пресловутых педагогических компетенций, границы которых достаточно размыты, и они, в общем-то, как матрешки существуют одна в другой, ну, вот они ловятся в конкретной деятельности, вряд ли ловятся контрольными работами. И, соответственно, диагностика должна быть неинвазивной. Она должна быть прозрачной, мы должны объявить, собственно, те индикаторы, которые наблюдаем, и на основе которых делаем выводы, в чем у педагога есть запрос. Помогаем ему сформировать, ну, такую зону своей профессиональной рефлексии, чтобы он посмотрел на свои следы цифровые
Ну и понял, что у него с походкой, с персональным педагогическим стилем и с персональной педагогической историей. Мы собрали комплекс структурированных и неструктурированных данных из разных информационных систем, не только Московской электронной школы. Те информационные системы, которые накапливают сведения об участии учителя во всяких конкурсах профессионального мастерства, ну и т.д. и т.п. И для консолидации мы выстроили определенную архитектуру, и был разработан сначала прототип, потом, собственно, цифровой инструмент, рабочее название которого мы определили как наставник, ну, в год наставника и педагога, это, наверное, логично. И он включает не только диагностический блок, но вот, собственно, проектируемая зона нам в рост – это система персонализированных рекомендаций учителю по тому учебному материалу, который он может использовать при построении своего индивидуального персонального плана профразвития. Ну, то есть, что он туда наберет? Общение в профессиональных сообществах, работу, повышение квалификации, конкретные курсы, которые должны, конечно, стать сегментированными, модульными, из которых учитель может конструировать, ну, свой лего-конструктор. Это то, что мы хотим предложить на базе существующих цифровых инструментов в Москве. Ну, вот есть у нас портал ДПУМОС, пока это только каталог тех курсов, которые туда попали по итогам экспертизы, но мы хотим существенно эту историю расширить и инструментально отработать. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, как учитель планирует учебную деятельность. Пользуется он предустановленными программами или вносит изменения? Ну, понимаем, да, в Московской электронной школе есть некоторый такой по дефолту установленный план. Ну, ученики все разные, ну, классы разные. Очевидно, что должны вноситься изменения. Вносится, не вносится. Насколько пользуется учитель сервисом, который есть в Московской электронной школе, комментирование оценок? Мы же понимаем, что на основе 3-4-5 особо обратную связь не сформулируешь. А сервис такой есть. И вот пользуются этим учителя московские или не пользуются? Наблюдаем за этим и как бы понимаем, что мы даем учителю обратную связь на его действия, на конкретные его действия. Выстраивается такая примерная, ну, персонализация домашних заданий, опять же. Или пользуемся всем одинаковые упражнения 373 на странице 400, хотя, наверное, таких учебников нет, 400 страниц. Ну, на странице, да, да, там 97. Или как-то у нас распределено. А вот дается какая-то обратная связь ученику, а мы уже все, наверное, усвоили от Хэти, что это вообще один из самых действенных таких рычагов, которые есть в руках у учителя. А как он осуществляет методическую работу? Он обобщает свой опыт, представляет, не представляет, участвует в конкурсах, получает, например, надбавки за пользование Московской электронной школы или нет. Ну, вот такой личный кабинет мы сформировали, в котором даем учителю, ну, условно, зеркало для педагогической рефлексии. И на основе этих данных, кстати, обобщающих его фактическую нагрузку, то, насколько вообще он занят и как он распределяет свои силы между всеми классами, в которых он ведет разные предметы. Это тоже все можно спроектировать для учителя и показать. И рекомендательная система. Ну, мы представляем, что у нас несколько есть вариантов. Знаете, как у Вяземского там были дорожки. Ну, это так вот выглядит личный кабинет. Сейчас это как бы с фронтендом у нас, да. И мы... С дизайном пока нет, мы пока про смыслы, поэтому приносим изменения. Ну вот примерно такая информационная среда уже создается. Ну так мы примерно представляем, что у нас появляется примерно, не любим дефицитарный подход, у всех уже на зубах навязало дефициты, мы понимаем, что в системе есть профициты, но выстраивается, тем не менее, карта того, чего учителю не достает. Согласен он с этим или не согласен? По итогам того, как он ознакомился с этим материалом. Он ему представляется возможность выбрать учебный материал, который поможет ему, например, поучиться, как можно еще планировать, как можно планировать, исходя из целеполагания учеников, как можно это планировать диверсифицированно, ну, в зависимости как раз от разных целей этих учеников. Как можно возвращать обратную связь, как строить эту работу, поучиться вот этому. А может быть, у учителя с этим вообще все прекрасно, он готов делиться, и он может выступить наставником для других. Ну, соответственно, здесь должны быть тоже такие потенциальные пути развития. Ну, вот этот индивидуальный план развития, которым сейчас все озабочены, он ведь тоже есть вещь такая слегка в себе и нуждается в определенных параметрах для оценки эффективности.
деятельности. Ну вот поучились, и что? Ну где прирост? Как померить? Что случилось, не случилось? Вот в том же динамическом портфолио, вот в таком проактивном режиме, мы имеем возможность показывать, как меняются результаты внешних диагностик, образовательных результатов детей, потому что эти данные мы тоже привлекаем. Кроме тех данных, которые свидетельствуют о кондиционности учителя в знании собственного предмета, а это в Москве уже действительно такая общая история с этими сертификатами, которые выдаются МЦКО, Московским центром оценки качества. Ну вот, соответственно, наблюдать, как меняется ситуация в ученической среде от того, как поучился учитель, есть у учителя и есть у директора. Сейчас мы вышли на тот уровень, когда мы начинаем работать с директорами и обобщать те данные, которые нужны им. Как выстраивается дашборд учителя? Директор может выстраиваться с учетом того, как организована у него вообще работа по развитию персонала педагогического, тех людей, за которых он отвечает, и тех людей, которые отвечают за то, чтобы у школы и у учеников в этой школе были высокие образовательные результаты. Вот так. Спасибо большое. Можно вопрос? Конечно. Спасибо, Анна Владимировна. Реально очень интересно, и я посмотрела, это такой пример реального цифрового следа, о котором мы много говорим, да, но вот здесь вот он прям, что называется, налицо. А скажите, пожалуйста, вот то, что вы хотите, чтобы делал учитель, да, вот насколько это трудоемко для него, ресурсоемко, потому что вот я помню, когда вводились электронные журналы, да, учителя же страдали, они пишут и бумажный журнал там, и заполняют электронный, да, а здесь он постоянно должен быть в системе, как-то на нее реагировать. С одной стороны, я понимаю, что, вот, допустим, школьники, они уж к этому привыкли, да, а если мы берем учителя там, в среднем возрасте учителя у нас там 35-40 и выше, да, как они, насколько они к этому готовы, ну, психологически, эмоционально, ресурсно, да, это первое. И вот очень интересно еще возможность диагностики учащихся через вот цифровой след учителя. Тоже, насколько есть разница, вот учитель, который работает вот с мышем полностью, да, и вот образовательные результаты учеников, ну, в принципе, ну, хоть как-то, да, вот есть какой-то сдвиг. Мы понимаем, что это процесс на самом деле медленный и не виден сразу. Ну, я начну с конца. Это действительно лонгитюд, и это наблюдение должно выстраиваться не на протяжении тех 5 месяцев, на которых мы вот это вот все делали, а достаточно более серьезный такой период для наблюдений. По поводу трудностей, я не случайно в самом начале сказала, что с 2017 года. Ну, то есть, в принципе, сейчас уже московский учитель, который вступил в зону МЭШ, сейчас идет уже в первый класс. Ну, то есть от рождения, так сказать. Ну, первый этап вот этого гнева, отрицания, он уже пережит. Сейчас наступает следующий этап. И действительно очень интересно наблюдать за тем, как учителя пользуются и как они открывают для себя те дополнительные сервисы, которые, оказывается, есть в продукте. Ну, мы же не можем влиять на то, как меняется МЭШ. Ну, я имею в виду та группа, которая сейчас вот проектирует этот продукт. Но, тем не менее, мы можем обобщать то мнение, которое выражают учителя. Ну, вот, например, про комментирование оценок. Сервис есть, некоторые говорят, а было бы здорово, если бы для отдельных учителей, которым необходимо для себя составить некий такой структурированный список, и у него так коммуникация с детьми выстроилась, что они понимают те коды, которые он закладывает в обратную связь. Ну вот выпадающий список условно, и он выбирает. Это сокращает издержки и время на то, чтобы действительно вернуть ученику обратную связь на результат его действия, учебного действия. Ну, чаще всего мы вообще же ничего не возвращаем. Контрольная 2-2 и все. А за что? А повторение изученного в 6 классе. Что повторение, что изучали. А потом про планы. Смотрите, ведь это действительно в данном случае серьезная ситуация. Потому что, ну вот я сейчас узнала, что у дизайна есть законы. Ну, посмотреть не знала. А вот у отрасли точно есть законы. И они определяют те обязательные документы, которые должны быть у учителя. Это его рабочая программа, как он планирует учебную деятельность с детьми. И если у него, простите, в учебном плане и в журнале, в электронном, стоит... Сегодня 28 сентября, да, 28 сентября изучаем соли,
а на самом деле они проходили не соли, а щелочи, то и у ученика, и у родителя может возникнуть вопрос. А как тогда корректность этого планирования осуществляется? Ведь в чем преимущество тех продуктов, которые составляют сейчас цифровую образовательную среду для общего образования? Они как раз позволяют, тем наблюдениям, которые делает Хэти, делать образование видимым. Ну, видно, да. Мы становимся, вот черный ящик школы становится прозрачным, у него начинают стенки становиться прозрачными. Да, вот первый этап, трудоемкость и сопротивление, он уже московскими учителями пережит. Я не говорю про за всю Одессу, за всю Россию, но в Москве это действительно благодаря очень многим действиям и усилиям, которые предпринимались на уровне управления сферой общего образования, выстроена эта система. И учителя, с которыми мы встречались, у нас, конечно, нет общей практики КАЗДЭВов. Но кто мы такие тут? Ну, просто университет, ДПО, да? Ну, условно говоря, да, то, как мы выходили в школу и общались с учителями, мы считаем, что мы КАЗДЭВили. Мы работали с инструментом, они заходят в него под своим паролем, ну, то есть это их персональная зона, туда больше никто не лезет, даже борт складывается из другого. И они говорили, что это интересно, и они давали сюда предложение, что еще хотели бы понаблюдать. Что хотели понаблюдать? Когда случаются выщербы и такие, ну, провалы, например, в рядах оценок. Ну, то есть учится ребенок на 3-4, 3-5, а вдруг у него 2-3-4 двойки подряд. Что-то надо делать, и загорается какой-то аларм. Ну, чтобы учитель, который преподает там математику, информатику, а то еще и физику одновременно, и у него нагрузка порядка там 30 часов, чтобы он не пропустил вот те случившиеся какие-то провалы с ребенком, чтобы не проехал дальше. Это необходимо подсвечивать самому учителю вот в том пространстве, которое мы проектируем для него. Они сами говорят, что им это необходимо. Сначала они сопротивлялись мысли о том, что ну вот поставила я там тройку и поставил, а потом нет, действительно, я сама замечала, что если я обосную, и потом же у меня есть ученики, которые ну, все равно по нормам оценивания у них должна быть двойка, ну, или тройка. Но я вижу внутреннюю динамику. То есть та система оценивания, которая действует в школе, понимаете, да, первичные баллы. Ну, профессиональные учителя, они начинают рефлексировать и задумываться над этим. То есть что должно лежать в основе и что мы наблюдаем в этом процессе. Ну, вот я слышу вашу озабоченность и запрос сама такая, ну, вот мы все равно будем идти в эту сторону. Причинять добро. Так, коллеги, у нас вопросы мы все еще ждем из чата, хотя сейчас у нас Светлана, да, вот расскажите нам, пожалуйста, про... Да, конечно, мы все передаем, про все-таки современные цифровые инструменты именно оценивания в работе педагога, в самой работе. Вот мы проговорили, как мы видим, а теперь как внутри. Да, коллеги, добрый день. И, в принципе, вся конференция, да, которая посвящена разным аспектам цифровой дидактики, она связана с тем, как мы трансформируем учебный процесс с использованием различных возможностей вот этой ИКТ-насыщенной, или там теперь мы называем цифровой среды, цифровых сред, инструментов, разных программ, да, и как мы выстраиваем обучение. А зачем мы его выстраиваем? Затем, чтобы получить образование, чтобы сформировать у наших учащихся те или иные образовательные результаты. А для того, чтобы их сформировать, мы должны сначала их измерить, да? То есть посмотреть, в общем-то, с чего мы стартуем в той или иной образовательной программе, и правильно ли мы провели те интервенции, которые мы хотели провести, да? И получили ли мы те результаты, которые мы планировали получить. И для этого нам, безусловно, нужно проводить измерения. И существует
ну, уже, наверное, более 150 лет такое направление в образовании, да, как оценка, как измерение. Ну и, в принципе, есть такая расхожая фраза: для того, чтобы чем-то управлять, надо научиться это измерять. И для того, чтобы управлять учебным процессом, мы должны научиться его измерять. А так как мы сейчас живем в цифровом мире, то, безусловно, мы максимально стараемся использовать возможности цифровых технологий для того, чтобы выполнить эти измерения максимально точно, чтобы спроектировать, разработать те инструменты измерения, которые бы нам валидно и надежно говорили о сформированности образовательных достижений у учащихся. Это как бы один аспект измерений. Второй аспект – мы понимаем и давно уже ушли от того, что нам не совсем интересно, сформировано ли у учащегося, знает ли он закон Ома или там какую-то математическую теорему. Мы должны мерить то, что мы там по-разному называем терминологически, да, но это в любом случае это какие-то современные компетенции и новые грамотности, которые помогут учащемуся как на протяжении обучения в школе, в колледже, в вузе, так и сейчас, так и затем на протяжении всей жизни ему развиваться, обучаться и, главное, быть успешным. И, как правило, эти образовательные результаты, они представляют из себя такие сложные, комплексные конструкты. Любые образовательные результаты, да, это может быть там математическая грамотность, финансовая грамотность, это может быть метапредметные образовательные результаты, анализ, синтез информации, интеграция, формирование причинно-следственных связей. Их очень много, этих компетенций, да, и в любом случае это явно неизмеряемые компетенции, да, которые в свою очередь состоят из ряда других, и вот для измерения которых мы предлагаем такой доказательный подход. Мы его называем методом доказательной аргументации, когда в центре стоит заявление доказательно выверенное о том, что у нас тестируемые, у нас учащиеся действительно находятся на том или ином уровне сформированности той грамотности, той компетентности, того образовательного результата, который мы измеряем. Мы все с вами учились в школе, учились в институте и знаем на самом деле, насколько, в общем-то, особенно для школьников, особенно для младших школьников, любые тесты – это небольшие стрессы. Любые тесты – это некое такое психологическое напряжение. Вот сейчас мы живем в цифровой среде. Дети настолько привыкли многие вопросы решать через смартфон, через компьютер, общение со сверстниками. Вот смотрите, сколько у нас социальной рекламы, когда дети сидят друг с другом, общаются через смартфон. Да? И, безусловно, инструменты измерения, они должны соответствовать той цифровой среде, в которой мы находимся. Да? А мы находимся уже в достаточно развитой цифровой среде. Поэтому мы стараемся, чтобы все наши инструменты мотивировали детей к прохождению теста, чтобы они были игровые. Особенно это начальная школа и такой там 5, 6, 7, 8 класс. Для старших школьников, чтобы они максимально погружали их в ту проблемную ситуацию, в ту реальную ситуацию, в которой они сталкиваются. Потому что просто измерять какие-то знания, ну и что? Мы не знаем, как эти знания потом ребенок сможет применить. Коллеги, смотрите, я не буду читать слайды, вы их видите, да? Я специально на слайдах, а так как у нас мало времени, у нас круглый стол, я специально на слайдах провела разные вот здесь примеры, сейчас, которые имеют некоторые ссылки, некоторые QR-коды, и вы можете сами выйти и потом посмотреть примеры наших разных тестовых заданий.
Вот, то есть какой мы считаем, что вот мы сейчас разрабатываем тесты, и это такой достаточно новый подход к образовательному тестированию, потому что это тестирование, которое позволяет сделать сам процесс тестирования для учащихся интересным, который позволяет давать индивидуальные рекомендации по тому, что, какие поведенческие характеристики, какие навыки у них сформированы, какие нет. И все это через решение или каких-то сказочных ситуаций для более младших детей, или уже каких-то реальных проблемных ситуаций для более старших детей. Вот здесь на экране даже видны сценарии наших заданий, когда там дети должны определить, а кто же из этого, в этом старинном замке все-таки привидение. Да? То есть это как раз вот там задание, например, на критическое мышление, да, и также мы, в принципе, через сценарии, через игру мы стараемся, чтобы не только был learning by doing by playing, но и assessment тоже была, оценка тоже была через игру или через те ситуации, которые были, в принципе, детям интересны, а потому как они решают ту или иную задачу, как они проходят вот этот трек сюжета, который заложен в наше тестовое задание, мы, соответственно, снимаем уже конкретные наблюдаемые характеристики, которые связаны с конкретной измеряемой компетентностью и по которой мы можем сделать аргументированное, надежное заявление, что у учащегося сформирован тот или иной навык. И мы стараемся сейчас, у нас, в принципе, не могу сказать, что покрыта вся линейка, да, вот от начальной школы до выпускного 11 класса, но у нас есть уже хорошие инструменты, например, на старте, когда мы можем измерять готовность ребенка к школе, затем смотреть, как в третьем классе уже вот у него идет прогресс, и это тоже там, математическая грамотность, читательская грамотность, социоэмоциональные навыки, да, затем в конце начальной школы мы смотрим, как сформирована креативность, которая, по мнению многих ведущих экспертов, та черта личностная, которая нам позволит выжить и все-таки не с, в общем-то, стать над искусственным интеллектом, да, в общем-то, мы можем посмотреть, как у детей сформировано и креативность, и критическое мышление, как они коммуницируют и в цифровой среде, и друг с другом через там, систему, например, аватаров. Мы говорим о том, что у нас, в общем-то, все оценивание так или иначе должно быть связано с формированием индивидуальной образовательной траектории учащихся. Да? И здесь мы делаем такие задания, что, в принципе, они, конечно, безусловно, используются и для мониторинга, и для какого-то summative assessment, но эти задания еще хороши и для формирующего оценивания. Почему? Потому что вот последние наши инструменты мы стали вводить цифровых помощников, например, и если учащийся идет не по тому направлению решения задачи, то цифровой помощник его возвращает, объясняет ему, в чем его ошибка. Это мы, безусловно, отмечаем как некую лакуну и пробел, и потом даем обязательно в обратной связи, но следующее, да, вот у него может быть следующий навык сформирован лучше, чем предыдущий, да, и дальше он уже продолжает идти по сюжету тестового задания, и мы проверяем уже те другие навыки, которые, или способности, да, которые заложены в данном инструменте измерения, в данной тестовой задаче. Все наши инструменты, они еще связаны с симуляцией
или, я говорила, реальных жизненных каких-то ситуаций, или работы в тех или иных цифровых инструментах, если мы проверяем что-то, связанное с цифрой. Это может быть и умение работать там, с таблицами, с поисковыми системами, могут быть там те или иные задания, связанные с видеографикой, с представлением информации для той или иной целевой аудитории, потому что мы очень часто видим в последнее время, что дети, погруженные в цифровую среду, они замечательно в ней ориентируются, но, к сожалению, они не понимают, а какой продукт будет востребован не только там, вот, допустим, его соседом, но и другой аудитории. Часто там тоже вежливое обращение, немножко другое к взрослому или к учителю в среде общения, да, это тоже надо формировать, на самом деле, проверять и формировать, да. Вот, и я хотела и закончить только по вот этим последним слайдам, сказать, что все наши инструменты, несмотря на их вот такую сложность, да, интерактивность, такой перформанс, assessment task, они у нас очень четко, все результаты тестирования, мы проводим психометрический анализ результатов, и эти результаты, в общем, мы можем гарантировать, все то, что мы измеряем валидно, надежно и качественно. Спасибо. Большое спасибо. Я как раз вот буквально вчера ночью с родительского собрания, именно теперь вот у нас до ночи родительские собрания проходят, и вот вчера был такой какой хороший вопрос, а как вытягивать детей из гаджетов, отобрать у них вариант у родителей. Вот, и здесь я прям вижу, что здесь вопрос очень хорошо, интересно решается с точки зрения того, что мы их не лишаем этой цифровой среды, значит, а мы встраиваем работу учителя в цифровую среду таким образом, чтобы она как бы и ребенок в нее встраивается достаточно логично и хорошо, и она идет на помощь учителю, эта среда. И вот за это большое спасибо, потому что я прям вижу и понимаю, что дети вполне себе могли заниматься, вот, то есть учитель мог выстроить эту работу внутри цифровой среды достаточно полезно для них. Ну да, так, чтобы на самом деле экран компьютера был окном все-таки в Алисину страну чудес, а не в то, чтобы это было, ну, формировало, скажем, какие-то менее нужные вот для жизни поведенческие характеристики, да, черты личности. Да, спасибо большое, это очень такой интересный такой момент. У нас осталось не так много времени, но мы бы хотели еще услышать Сергея по поводу все-таки, как у нас тренды трансформации системы происходят, какие новые интересные вы видите векторы в дополнительном образовании и... Да, добрый день, коллеги. У меня действительно небольшое выступление, и тем более, что мне очень легко сейчас будет выступать, потому что опыт, который я хочу представить, это анализ результата научного исследования, который как раз предшествовали тому, чтобы сделать некий набор предложений для системы столичного ДПО. И как раз вот те примеры, которые были приведены, они как раз подытоживают, они предваряют, потому что вы видите, что мы действительно идем именно в рамках мировых тенденций. Я не буду показывать все примеры, но просто хочу как раз очень удачные примеры получили здесь сейчас. Во всем мире, причем это не простая фраза, действительно все страны мира сталкивались с ситуацией трансформации, перехода в условиях цифровизации к изменениям, и эти изменения нужно было учитывать. И вот как результат, как интересная модель напрашивается во многих странах, особенно в европейских странах, это так называемые педагогические консорциумы. И он уже напрашивается в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Суть ее в том, что это как раз та самая интеграция, с которой мы сегодня начали. Туда же включаются и техкомпании, и не только. Но в данном случае интересен акцент на то, и почему эта схема здесь. То, что здесь всегда должен быть некий сильный источник этой интеграции. И во многих странах, и у нас это, по-моему, тоже, выступает именно ВУЗ, и в первую очередь педагогический ВУЗ, который имеет содержательную сторону внутри. Результатом этой интеграции не только некая конгломерация там, педагогов или содержания, но и определенных ресурсов, да, начиная от конкретных мест, зданий и заканчивая оборудованием. И в данном случае для системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки всегда бывает актуальным реализация практического применения опыта, и понятное дело, что ВУЗ эту интеграцию тоже может обеспечить.
Другой пример, который прям созвучен тому, что уже было рассказано, напрашивается, и во многих странах даже есть готовое решение таких онлайн-платформ, которые построены не по принципу просто, опять же, интеграции для обеспечения каких-то сервисных вещей. Это многофункциональные платформы, которые основаны на модели персонализации. Здесь на слайде вы видите пример модели персонализации, которая, по сути, тоже нами была исследована, и здесь закладывается и не только дефицитарная составляющая, но и, конечно, составляющая, связанная с профицитарными вещами. Но интерес в том, что основа этой онлайн-платформы – это, в первую очередь, набор тех самых характеристик ресурсов, которые позволяют педагогу актуализировать и собрать в одной точке все его активности, связанные с профессиональным ростом. Ну, а для системы управления этим процессом, понятно, это цифровые следы. Ну, здесь я уже не буду комментировать, потому что мы пример видели сегодня, и надеюсь, что эта платформа уже у нас в городе будет работать, и мы не просто будем ее использовать, а уже будет готовое решение с точки зрения интеграции системы ДПО, и действительно педагог, и в этом задачи и на мировом уровне тоже, чтобы он видел свой рост, чтобы он мог получить понятное ему видимое преимущество. И это действительно вот это на основе международного опыта готовое решение. Единственное, в некоторых странах это решение было связано с тем, что уже кто-то уже давно в цифре, но надо учитывать, что и мы исследовали большое количество стран, были страны, которые впервые с этим столкнулись. И логично было бы, да, им пойти по пути просто организации содержания обучения. Но, тем не менее, в большинство платформ это персонализированные системы, которые позволяют создавать цифровой профиль педагога. Ну и еще один пример, маленький пример, без которого я не могу обойтись. Мы все время, и наша тема нашего всего мини-пленара связана с цифровизацией именно для педагога, и я думаю, что каждый педагог сталкивался с различными новыми формами. На слайде здесь как раз схема так называемой бесшовной среды, которая реализуется в МГПУ. Многие уже слышали про гибридное обучение, и здесь очень интересен подход с уровнем образования. Я думаю, что многие педагоги, и школьные в том числе, сталкивались с моделями смешанного обучения. Но вопрос гибридного обучения встает тогда, когда есть большой объем и возможности оборудования, а хочется реализовать традиционную форму обучения. Ну, в школе это понятно, да, учитель все равно остается в классе, вряд ли он будет, извиняюсь за выражение, бегать за компьютером. Так вот, гибридное обучение, мое устойчивое убеждение, как раз позволяет это реализовать, когда техника работает, а не педагог с точки зрения технологической составляющей. И в этом особенность именно цифровизации, и опять же, педагогу надо быть готовым к этому, как раз тоже коллеги различных говорили о различных требованиях, и вот это еще одно требование, да, понимание того, какие же могут быть формы обучения. Вот. Ну, я уже говорил, что выступление мое небольшое, просто хочу сказать, что мировой опыт показывает, что трансформация системы образования, и в частности системы ДПО, это мировой тренд. То есть мы в этом плане впереди планеты всей. Эта фраза даже в данном случае не совсем смешная, а это действительно так, потому что если мы будем от этого отставать, Москва – это столица, мегаполис, лидирующие позиции нам необходимы. Москва просто не может себе это позволить. А мы все равно остаемся в тренде. Мы в тренде, и в этом плане это удобно, потому что у нас уже накоплен опыт в городе, было бы странно его не использовать. Спасибо. Сергей, большое спасибо. Коллеги, как-то время пролетело достаточно быстро, и хотелось уже еще поговорить, но, к сожалению, приходится завершать. И если что, присылайте, пожалуйста, нам вопрос в чат, мы передадим нашим спикерам вопросы. Мне бы хотелось просто завершить, обобщая все это. Я очень благодарна всем спикерам за то, что внутри любого вектора развития и любой цифровизации вы кладете смысл. А зачем? И это очень важно, потому что цифра для того, чтобы просто было красиво, это один подход, а вот то, что мы сегодня все с вами заложили смысл,
И это идет как раз в помощь тем, кто работает в образовании и открывает новые, собственно говоря, двери развития. Это является таким очень значимым и важным в нашей сегодняшней встрече. И я бы надеялась, что так и будет, что все-таки инструмент инструментом, а смыслы внутри него – это смыслы и возможности. Спасибо большое. Будем рады вашим вопросам. Коллеги, большое вам спасибо. Очень мало с вами времени провели. Будем надеяться, что вы еще к нам присоединитесь. Спасибо.